А что нужно было спрятать, чтобы лишить колдунов Маури возможности навредить? Сейчас я буквы отгадаю. Пару букв и нормально будет. И я сразу пойму, что это за слово. Пока сложно. А чё он молчит? Алё, блядь, Якубович, я тебя не слышу. Минус звук. Кого? Блядь, а можно погромче? Как на паузу-то в этой игре поставить? А, вот. 350 очков. Тут боты. Тут типа боты, я с ними играю. Вот они сейчас начнут буквы отгадывать. И это, конечно, неприятно. Уф. Все ваши очки умножаются. Вот урод, на 2. Вот урод, блядь. Призовой можете назвать букву. Ой. Такой буквы здесь нет. Согласитесь, это интереснее, чем мафия. Что нужно было спрятать? А чем эти, блядь, колдуны-то пользовались? Какой-нибудь посох? Ну, это слово не подходит. Колдун. Вот если бы я был колдун. Я колдую. Буква О, блядь, предпоследний. Ну, посох не подходит. Еще в смысле, блядь, колдун? Кто такие маори? Я просто не знаю даже, что. Я Гарри Поттера только знаю, и все. Давайте, ладно. Давайте. Да подожди ты. Давайте еще одну букву тогда попробуем. Вообще без понятия. 350 очков. Ну, пусть буква... М? Такой буквы нет. Ну, врачай, если они сейчас отгадают еще две буквы, я проиграл. А банкрот? 600 очков. Буква. Замечательно. Игорь. Такой буквы а. Вращайте права. Так, закрой рот, ты, блядь, игру это... Тормозишь. Просто когда у него рот закрыт, игра быстрее идет. А! Ты чё, блядь? Лол. Первая буква Г, наверное. Да ты чё, блядь? Стой! Все сейчас отгадает. А, нет? Россия. Да ты чё, блядь? Лево! Влево! Тихо! Что это, блядь, плевок? Чё за хуйня? Какой плевок? При чем здесь он вообще? Тупизна какая-то. Я согласен, потому что какой нахрен плевок? При чем тут колдовство и... Давайте еще одну попробуем. Спрятать. Лишить колдунов. Как плевок спрятать? Как можно плевок спрятать? Да пошел ты, блин. Что за тупые вопросы вообще? А теперь давайте, короче говоря, со смайл-модом попробуем, да? Вы можете, если что, мне пытаться подсказывать смайликами. Так будет попроще. В руке спрятать. Ну, я так, когда в школе учился, я так делал. В руку себе плевал. Подхожу к другу и говорю, здорово! Я так... Ну и вы поняли, короче. Так, это сухопутное животное умеет ходить под водой. Алсиор? Да ладно. Сори. Сори. Я клон. Да. Обидно, да? Сори. Да шутка была, господи. Да, очень тупая. Так, ладно. Я не знаю. А, сухопутное животное умеет под водой. Как крокодил? Уебать слово! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Я сбился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять букв. Буква П? Ой, подожди, что делать? Гиппопотам. П. Фу, блядь.
Ну это какое-то тяжелое животное, наверное, не знаю, как он может под водой вообще. Бегемот? Нет. Блять. Ну подскажите с маликами-то, чего? Жалко, что ли? Ой-е-ой. Да ты чё? Тихо! Ой-е-ой-е! Ой-е-ой-е! Ой-е-ой! Я не понимаю! Стой! Отлично. Так, мне... Я знаю эту игру, мне сейчас дадут шанс отгадать. Чё за ой-е-ой-е? Ой-е-ой-е, блять, что это? Что это? Да, вот видите, так оно и случилось. Ой-е-ой-е. Кто? Что это такое, блядь, за смайлик вообще? Сир Шилд. Какой-то щит. Щит. Буква Щ, что ли? Щоуе-уе. Осьминог. Я не понимаю. Что вы этим щитом пытаетесь мне сказать? Черепаха? Нет. Да кто? Уе-уе. Ой. Да я не понимаю! Вы как-то вообще странно подсказываете, я не понимаю. Чё, вы меня походу специально пытаетесь запутать. Это звездочки. Улитка. Букву П нет. Короче, что вы этот щит кидаете, щит этот непонятный, буква З, что ли, нет, буква Л нет, да что тогда щит означает-то, я не понимаю, если это не буква Щ, то что это тогда? Короче, давайте так, вот берете смайлик, да, и первая буква этого смайлика, да, его название, это значит буква первая, короче, которая здесь должна быть здесь. Давайте будем исходить из этого. Б? Чё оно эти, блядь, или это буква Б? Серьезно? Б, ладно, дальше я сам. Бло, бо, б, бно, да нет, бро, броненосец? А-а-а! Броненосец, блядь! Точно. Так, но я на этом, ну, как бы не закончу. Нет, мне надо три буквы подряд отгадать, и я получу приз. Шкатулочка. Первая буква есть. Буква... Б. БР. Шо, думаете, не стоит рисковать, да? Бое-ое. Да ладно, чё? Это нормально. Вон, инсайдер сегодня рискнул и в итоге в мафию выиграл.
А если бы не рискнул, проиграл бы, скорее всего. Я бы его сразу вычислил. Да давайте рискнем! Да нормально! Да не ссыте, бля, я вам говорю, все нормально будет. Смотрите, вот сейчас мне выпадает, да? 500, да. Буква R. Дело сделано. Блин, я бы хотел быть броненосцем. Вы представьте, ты броню носишь на себе, это вообще жесть. Еще и под водой ходишь, обалдеть. Ты, я не знаю, идеальное животное, наверное. Ты, если бы я хотел быть каким-то животным, то только броненосец. Его хрен уничтожишь. Потому что, ну, броню носит. Еще и под водой может спрятаться. Ну давайте, давайте, ребят, последняя буква N. Да, да. Зато плюс бабки будут. Да, отлично. Буква N. Давай, кубочки, рот открою. Давай, скажи это, я хочу это услышать. Да все, открывайте чат, и так понятно, что за слово. Две шкатулки, две шкатулки в студию. Чат в студию. Какую вам шкатулку-то? Так, а можно заткнуть, пожалуйста, музычку? А тут еще отгадать надо. Есть! О, есть! Да, сука! Я прям как чуял! Будете вращать барабан, надавать слово сразу. Слушай, дурачок, что ли? Ну... Давайте, давайте. Даю, даю. Дел сделал. Дел сделал. Дел сделал. Дел сделал. Точно! А теперь опять... В эфире капитал шоу. Смайл мод. ББ. Хорошо. А у нас финал? Ух ты. ББ, ребят, ББ. Вот задание на финал. Мы ненадолго. В Древней Руси городом называли только тот населенный пункт, в котором было построено это. В Древней Руси городом называли только тот населенный пункт, в котором было построено это. Кремль, что ли? Церковь? В смысле Е? Серьезно? Сейчас, дайте я одну буковку. Да, одну буковку хотя бы узнаю. 500 очков, буква. Ну вот, откройте букву К. Крутите барабан. Давайте, давайте. Я просто знаю, что во многих городах России есть Кремль. Не только в Москве. А может быть опять три буквы, ребяточки? Да, собственно говоря, денежку заберем. Да не, нахуй надо. Я хочу в суперфинал. И вы абсолютно правы! Ива, изи! Я же говорил ненадолго! А я говорил... Победитель! Это я, кстати. Это, кстати, я. Это я, кстати. В эфире капитан. Кто? Супер игра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Бля, тут вот на время. Задание на супер. Разновидность я одежды. Я разрешаю вам открыть любые. Ой-ой-ой, блядь. Я помню, этот вопрос уже был. Разновидность одежды. Бля, а я что, одежды ее миллион. Пальто или что-то такое было. Пальто. Нет. Блядь. Ой. Дорогие друзья, я вообще не знаю. Я забыл. Ну, то есть я и не запоминал, как бы оно мне и не нужно. Да за что? Да я не помню. Ну, пусть буква О. Подсказывайте.
Штаны. Утонул. Утонул. А, ну да. Там, по-моему, что-то с дождем было связано. Типа одежда для, ну, когда дождь. Типа ты ее накидкой там вот это вот или нет, нет? Ой, бля. Нет, да? Да? А, да? Я не понимаю. Что, Resident Sleeper, типа это намек на слово или вам скучно на моем стриме? Я не понимаю. А-а-а! Я понял, о чем вы. Это. Это вот. Я понял! Да, сука! Я позорился! Я выиграл супер игру! Мне, кстати. Нормально. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Вот как надо играть. Наконец-то, а? Не опозорился. Дважды. На мафии сегодня не опозорился, и здесь не опозорился. Дел сделан. Дел сделан. Да все, давай, исчезни уже. Так, и кто у нас следующий открывается? А чё, никто? Вы выиграли супер игру, и в качестве супер приза вы получаете... Wi-Fi интернет. А? Wi-Fi интернет, охуеть. Я не знаю, какого года эта игра. Чтобы в итоге, как бы, в приз давали Wi-Fi интернет. Ёбаный свет. Да, блядь, Валер, это Uber Marginal, что ли? Кто? Г-Алкин. Алкин! А, ну вы поняли, ну типа, ну. Ну да. Геннадий Алкин, короче говоря. Или Григорий, я не знаю. Короче, какой-то Г. Гаксин Алкин. Ту-ту-ру. Эй, пацан. Или как там не пацан, подпишись, что-то там на канал. А, да? Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.